Приветствую вас на канале AsmodeiPlay. Мы продолжаем играть в Снайпер 3. Берем следующую миссию, называется она Каменоломня. Все, теперь таиться мне уже не обязательно. Все, что надо, я уже навоевал. Теперь мне нужен кровавый бой. Так. Ах ты. Я думал, он упадет. Не упал. Так. Быстро переместимся. А теперь уж можно и доехать. Тут осталось-то немножко. Миссия, да. Интересно. Прятаться мы не будем. Не к чему. За место автомата взял, правда, лук. Ну ничего. Нам на этого хватит, на эту гадину. Так, какие там? Там несколько деталей надо сделать. Кого-то, по-моему, спасти, что-то собрать данные. Хотя я могу и ошибаться. Я даже не знаю, всех мне убить их, что ли? Потому что навыки. 6. А, нет, мне еще поснайперить надо. Один раз. Это что у меня? Так, в режиме разведки видно направление взгляда вражеских снайперов. Это мне не обязательно. Что мы теперь? Тихо, тише воды, ниже травы, что ли? Нет. Так. К дверям подъехать. А там есть кто? На дверях-то. Вот так. Вот в этом домике. Точно кто-то есть. Так. Запускаем дрон. Посмотрим. Ой-ой-ой. Сколько вас? Так, вот в этой штуке я помню, что-то было. Амбар, сарай, что-то такое. Так, тут есть что-то, кто-то. Где-то. Снайперов не видно. Снайперов я не вижу. Так. Людей освобождать надо, не надо. Да вроде как никто не жалуется. Все довольны жизнью. Ну и ладно. Мне что ли больше всех надо? Там наверху вон еще какие-то страсти полюбовные. Задание провалено, враг поднял тревогу. Понятно. Понятно. Еще и тихо надо все это сделать. Ничего, ладно. Для начала надо узнать, где находится этот Авас. Сразу рифма напрашивается. Так, не провоцировать бандитов, найти букмекера и поговорить с ним. А, не провоцировать бандитов, найти букмекера и поговорить с ним. Мне просто надо было поговорить, я сразу стрелять начал. Вот. Что я за человек такой? Так, а я как? Вроде как бы и не хотелось бы так бы. Так, сила духа, дополнительное давление, наш так деление, на шкале здоровья, неограниченная выносливость.
как у слона. Еще и силы столько же, немерено. Давай, говори. Шишку главаря. Кого бить надо кого-то? Настроение хорошее. Так, так. Поставь или на. А какая разница? Давай, F. Я в тебя верю. А теперь завали его, козла. А тут, наверное, без разницы, на кого бы не поставил. Или все-таки исход предрешен. Опа. Ну, сдачи. Он тебе в ухо, ты ему в глаз. Он тебе коленом, а ты ему с локтя. Вали петушару. Давай. Ну, неплохо, неплохо. Никакие маты, тотамы и мягкие перчатки здесь не работают. Ай, по орехам. Разбей ему Фаберже. Как в Ералаше. А тот его под дых. А тот его под чайник. А тот его в кумпол. А тот его в бубен. Навтыкай в ранетку. Давай. Пяткой в зуб. Вот, вот. Неплохо. Пнул под жопу. Ботинок застрял. Посадили за изнасилование. Давай. Повтори попытку. Не сдавайся. Я бы тебе нож бы кинул, если был бы. Итак. Ну, ну. Это нечестно. Это нечестно. Ну ладно. Ты его будешь резать, нет? И все. Побратались. На мировую выпили. Все. Ну что? Теперь поговорим, где я могу до Аваса. Я реально не знаю. А смысл вообще ты это все это затевался, ты не знаешь. Да, 30-40 ударов в голову. С мадам Ру. Давай к мадам Ру. Блин. О, ну эти-то колхозники тогда дерутся. Ты сам-то не хочешь подраться? Чё за вид спорта? Мозги друг другу ушибать кулаками, как в средневековье. Вот, взял пистолет, кувалду. И вынес все к чертям собачьим. Так. Е, поговорить. Вам одиноко, месье? Еще бы. По горам один шатаюсь. Вумен. Давай, где я вас? А вот он с папом стоит. Вот он. Ну-ка, отойди, я сейчас поймаю этого козла. Либо вон он сидит. Тело. Выбери себе подружку, повелись пару часиков. Его главный заместитель по деловым вопросам. Где этот заместитель? Василиск говорил нам с мальчишками в казармах о том, как Авас уже состарился. Так, прячь там, может быть. Так, на меня кто напасть не хочет? Так. Ага.
Так, ладно. Ханка-ханка. Баранка-баранка. Вот так. Мне вас что, никого не убить? Нажирался. Скотина. Так, что у нас здесь? Где кошелек? Кошелек. Ой, тут еще есть. Тут еще есть. Вот так. Какие-то ценные. Что-то подобрал. Найдено в коллекции. Ладно, пойдем. Спрашивать, узнавать у кого чего там. И кто там бубнит? Так, тут где-то еще сундучок с механическими деталями. Ты мне можешь помочь? Ага, поможешь ты мне. Уйди и нахрен отсюда. Нейтрализовать. Да с удовольствием. Вот так, все. Идем. Не шумите там без меня. Использовать лифт. А где лифт? Где лифт-то? Ну ладно, надеюсь, может дальше будет по сюжету. А, вот. Ну. Все. Там найти Авас. А тебя как зовут? Авас. А меня? Смерть твоя. А тебя? Авас. Так. У меня тут ничего нету, все, идем. Меня ждали. Василиск, ты сказочное животное из Гарри Поттера, отпусти его, тебе сказали. Сейчас твоя черепная коробка будет страдать. Fuck you. Ну давай. Условия тут диктую я. Ошибаешься. Сынок, ты ошибаешься. Итак, нас трое в моем пистолете. Что там? Сколько-то пуль. Я отпущу старика на все четыре стороны. Я просто умру. Конечно, меня можно застрелить прямо сейчас и тем самым спасти жизнь старику, но в глубине души вы предпочли бы узнать, что с вашим братом. Не так? Ах ты, козел! Ты манипулировать мной будешь. Стреляй. Вали старика. Да. А что-то я не вижу, где там пуля-то? Тихо. Блин. Ты его хотела пристрелить? Ничего не понимаю. Так он и так сам готов был застрелиться, ты его готова была пристрелить. Где логика? Так. Покинуть казарму. Хорошо. А, кстати.
Есть тут что для меня? Ничего не нахожу. Покинуть, покинуть. Без проблем. Сам не хотел здесь задерживаться. Так, успокойтесь, тихо. Человек спас мне жизнь. Все. Ну, вроде ничего такого сложного нету. Задание какое-то легкое. Теперь, конечно, их можно всех перебить, но смысл. Ну вот, например. Да. Навыков получил. Ой. Let Raquel jump in with an assist from time to time. Thanks, John. Да, сейчас покажу. Еще. Где он? Вот так. Что? Right, Raquel? Anything you say, John. Out. Ой. Вот и все. Господи. А теперь я ухожу в закат. Это кто у меня тут? Это ты что у меня тут на машине задумал-то? Ты давай со своими непристойностями, вали. Так. Уезжаю. Или не уезжаю? Нет. Уезжаю. Все. Sure.